Итак, ребят, вот сходу я закончил стрим несколько минут назад, и мы сейчас возьмем, смотрите, берем, нам вот я закончил стрим, заходим мы в оперу, да, нам нужно в оперу, потому что я пользуюсь оперой. Итак, вот опера, я зашел, к нам, вот вы видите, я открыл оперу. Пишем YouTube. Так, черный экран, отлично. Ну, как бы дефолт. Вот он загрузился, опера. Заходим по этой ссылке. Что-то меня вообще очень долго грузит. Ладно, смотрим. Заходим в мой канал. Мой канал. Сразу нужно здесь рулетка по ссылке видео. Как же мне все долго грузит? Ну ладно, ничего страшного. О, меня это правда максимально раздражает. Да. Мне нужно контент. Меня реально это бесит. Ладно, мы подождем. Вот, заходим вот сюда. Комментарий. Нет. Думаю, жать не на комментарий, а на видео. Так, не тот. Не то. Ладно. Ждем. Ждем. Вот это видео. Где это у нас? Вот розыгрыш. Как же у меня записи все долго грузит. А давай зайдем пока что в Облакс. Побегаем, вот так покликаем, нажмем F, C, X, его наблюдение, буду, прожмем удар, потом завязаем баг, включим хаки и зайдем. О, получилось. Теперь берем, нажимаем сюда и посмотреть на YouTube. И мы сейчас просто берем и копируем эту ссылочку. Вот эту ссылочку мы копируем. И сразу сейчас покажу, то, что 40 лайков у нас набралось. Кто не поставил лайк, просто поставьте. Понял. Вот, видим 46 лайков. Теперь заходим в эту рулетку. Вот. Так. Комментарии по ссылке. Сейчас. Ссылки в YouTube. Сейчас. Блин, а как мне на это найти? Так. Выбор рандомного комментария YouTube. Вот, вроде так. И что это такое? Ну, вроде бы вот это, не знаю точно, ладно, сейчас посмотрим. О, я нашел этот сайт, ребят, вот он. Мы берем, вставляем эту ссылку, загружаем данные, вот все комментарии. Я нажимаю выбрать случайный комментарий, и тот будет победитель. Смотрим, ребята. Выбрать случайный комментарий, победитель. Вот этот человек, мы это скриним. Вот так мы это сейчас скриним. Сейчас. Так что, ребят, вот этот победитель, сейчас я это выложу, и обязательно напиши в комментарии свой как бы никнейм.